все парни слышали от девушки фразу «У тебя будет шанс, только если ты останешься единственным мужчиной на Земле». Ну, может быть, не все, но мы слышали. Постапокалипсис, бункер, последние выжившие. Нет. Я не буду с тобой встречаться, даже не думай. Ну, можно чуть-чуть подумаю. Господи, как восстание машин пережил человек, который еле пережил ветрянку? Неужели прям все погибли? Ну не веришь, вот послушай радио. Мне прискорбно об этом говорить, но Саша и Алина — единственные выжившие на Земле, и им придется продолжить род. А это случайно не твой голос? Нет. А получается, еще и радиоведущий выжил. Ты дослушай. На меня напали роботы, они меня убивают. Все, меня убили, можете начинать. Почему ты? Ты же даже с девушками вот так здороваешься. Ну пойми, сейчас судьба человечества в наших руках. Наверное, ты прав, у меня нет выбора. Эх, не так я представляла свой последний раз. Я, кстати, так свой первый раз и представлял. Ну что, как же хорошо быть последним мужчиной на Земле. О, слава богу, я встретил выживших. Что? Как ты выжил? Машины меня поймали. Сказали, позже отправят в прошлое, чтобы я убил сына какой-то бабы. Я ничего не понял. Какой же он тупой и грубый. Подожди. Такие девушкам как раз и нравятся. Нельзя, чтобы Алина его увидела. Тебе нельзя здесь оставаться. Почему? Потому что тебе надо срочно пойти в ту комнату и залезть в шкаф. Шкаф в шкафу — это невероятно весело. Согласен. Шкаф в шкафу. Надеюсь, никто больше не помешает. Господи, какой красавчик! Еще и гитарист! Как ты нашел этот бункер? Тут громко и очень долго кричал. Спасибо, Господи, у меня будет секс! Похоже, уже, блин, не будет. Так, быстро спрячься в ту комнату. Зачем? Там хорошая акустика. О, и у меня акустика. Акустика и акустика, да. Расскажи, этот прикол в той комнате оценят. Саш, ну что, займемся любовью или не будем страдать ерундой и посмотрим аниме? Конечно, аниме. Нет, Саша. Перестань думать головой. Аниме на фоне можем включить. Да блин! Все, осталось просто подождать. Вы что, издеваетесь? Это что за мечта девушки? Скейтбордист, рэпер, турок, вампир? Вы что, из киндер-сюрприза выпали? Господи, почему машины убили всех, кроме тех, кого было нужно? Привет. Что? Обычный, простой, никак не выделяющийся парень. Такой простачок, на фоне которого я выгляжу лучше. Я бывший Алины. Бывшие Алины! Это же самый опасный тип! Саша! А что здесь происходит? Кто все эти люди? Скейтбордист, рэпер, турок, вампир! Егор? Получается, есть еще выжившие, и все они в 1000 раз лучше, чем ты? Почему ты мне не рассказывал? Ну, поэтому и не рассказывал. Блин, зря, получается, научил роботов искусственному интеллекту и заставил уничтожить все живое. Так это ты истребил человечество? Да. Получается, ты убил 8 миллиардов человек только ради того, чтобы быть со мной? Ну да. Блин, Саш, это так мило. Ради меня никто и никогда такого не делал. И больше никогда и не сделает.
Саш, знаешь, я хочу быть с тобой. Ура! Она выбрала меня! Я тебя не подведу. Ну, но справедливости ради, на твоем месте я бы выбрал вампира.